Здорово, игроманьяки! С вами опять канал Tromani Games, только меня уже зовут не Джейсон, а Фредди. Я только что посмотрел, как у нас Джейсон создает Сима, и мне в голову пришла замечательная идея создать тёлку для Джейсона, точнее для Сима Джейсона. Поэтому начинаем! Я знаю, что Симу Джейсона очень не хватает тёлки, поэтому выбираем сразу тёлочку. Так, начнем с ее жизненной позиции, и это у нас будет дурной нрав. Враг народа. Так, холерик, самоуверенный и растяпа в какой-то степени. Да. Так, с алкоголем тут есть какая-нибудь тема связанная? Все-таки с Джейсоном-то, с такой маской-то жить непросто, надо употреблять много алкоголя, поэтому сделаем ее тоже злой. Все-таки семья маньяков, как-никак. Так, обжорка и перфекционист. Вот так вот, идеальный вариант. Так, с голосом у меня. Да, Джейсон, ты где был-то все дно? Во-во, ну-ка скажи что-нибудь. Джейсон, да-да-да, вот это идеальный вариант. Так, ну что, начнем преображать ее, да, потихоньку. Так, выбираем особенности кожи, обязательно так, так, и маленькое завершение. Так, какое выбрать лицо? Лицо выбрал такое, наверное, удивленное. Типа, Джейсон, это ты? Ты снял маску? Нет. Где ж тут? Сделаем ему... Китаяночку ему сделаем. Так, сейчас мы это чуть подправим. Так, это поуже. Поуже, поуже, вот так вот. Да, она с Ближнего Востока. Это повыше, поуже. Ротик такой, Джейсон, это ты? Так, лицо поуже, конечно. Волосы на голове сделаем, да. А-ля баскетболист. Так, бровки чуть повыше. Вечное удивление на лице. Так, это чуть пониже. Лицо, цвет. Цвет обязательно такой. Как же без этого-то? Гуманоиды. Гуманоиды. Так, головной убор нам не нужен, да? У нас же есть волосы такие длинные. Да, нам не нужен головной убор. Аксессуары. Закроем наше замечательное лицо большими прозрачными очками. Да, у Джейсона такая... Точнее, у Симы Джейсона такая тёлочка... Ну, типа... Типа... Блин, забыл слово. Библиотекарь, о! Обязательно макияжа, очень много синего. Красим глаза. Красим губки. Такие, утю-тю-тю. Джейсон, иди тебя поцелую своими красными губками. Так, подрумянец, это же обязательно. Аксессуарчики еще какие есть тут. Так, ожерелье. Джейсон снял с трупа очередного, принес. Тут ушки, да, ушки на макушке. Так, поехали дальше. А как нам сделать обратно? Случайный выбор, это не то. Так, отмена заново. А как? А, вот как, господи. Вы посмотрите, надо сделать. Так, это поуже, это пошире. Так, ну, тёлочка должна быть мускулистая. Да, я думаю, у такой размера Джейсона будет в самый раз. Чуть пошире, да. О, смотрите, секси вообще. Тело. Так, тапочки спортивные. Нет, как это, каблучки. Нижняя часть тела, трусики поуже. Вот, вот отлично! Да, сисули побольше. Лапти тоже.
Так, шейку надо чуть это поуже сделать, а то как-то она уж чуть более жирноватенько получается. Ну что, как вы считаете, идеальная тёлка для Джейсона? Фамилия Аманда. Аманда. Фамилия Вурхис. Интересно, я Вурхис правильно написал? Или там он пишется с одной? Нет, по-моему, с двумя. Вурхис. Да, детка, Аманда Вурхис. Так, ну чё, ждем теперь, пока выйдет Sims. Смотрите, ну вообще, мне кажется, просто мечта любого маньяка, поэтому сейчас мы сохраним этого Симу. Этого Сима. И как только выйдет Sims 4, подружим нашего замечательного мачо Джейсона Вурхиса с его Амандой Вурхис. А с вами был канал True Money Games. Меня зовут Фредди. Всем удачи и пока.